Добрый день, с вами Сергей Мартынец, и сегодня я помогу вам восстановить пароль от вашего кабинета на сайте LR. Итак, для начала зайдем на официальный сайт LR, lrworld.com. Затем нам нужно войти в свой офис, в свой бэк-офис. Для этого щелкаем «Вход для партнеров». Так как мы не знаем свой номер дистрибьютора и свой пароль, мы должны восстановить. Для этого мы должны кликнуть на ссылочку «Забыли пароль». В появившемся поле вы должны ввести свой номер дистрибьютора. Номер дистрибьютора, если вы в Украине, будет начинаться с UA, если в России RU, он будет звучать как в моем случае 3021447. И щелкаем «Запрос». Если вы не помните свой номер дистрибьютора, вы его можете узнать у вашего вышестоящего спонсора. Если у вас нет связи с ним, вы можете позвонить в компанию на горячую линию и по фамилии узнать свой номер дистрибьютора. Или же вы можете связаться со мной любым удобным для вас способом, и я помогу вам это сделать. Затем вам нужно зайти в свою почту. Вам на почту придет письмо от компании LR. И здесь будет ссылка, которая действительно всего лишь 24 часа. И если вы перейдете по этой ссылке, у вас будет возможность поменять пароль. Итак, в нашем случае мы ставим любой пароль. Повторяем его еще раз. Кликаем на запрос. И сейчас снова мы заходим в свой кабинет. Мы вводим свой номер дистрибьютора и пароль, который мы только что восстановили. И мы зашли в свой бэк-офис. О том, как сделать заказ, как его оформить, я расскажу в следующем видео. До скорых встреч, с вами был Сергей Мартынец.